безопасности. Итак, уважаемые коллеги, начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Сегодня в четвертом туре Олимпии с Россией Торпедо Владимир сыграл в ничью с футбольным клубом Луки Энергия. Сергей Иванович Осадчук, наставник футбольного клуба наших гостей. Сергей Иванович, ваш комментарий по сегодняшней игре? Ну, комментарий такой, что выбрали план на игру, мы играть строго от обороны. С чем это связано? С тем, что проводим седьмую игру, за 20 дней уже усталость накопилась. Понимали, что хозяева владеть будут мячом. Попросили ребят откатиться и закрыть зоны быстрых атак. В первом тайме, ну, в принципе, нам это удалось. Не дали создать таких острых моментов. В принципе, выдержали. Во втором тайме чуть мы как-то стали получше выглядеть. У нас стали появляться зонки в атаках, убегания. Второй тайм, думаю, что где-то могли и забить. Но в целом такая вязкая игра, много борьбы. И в целом равная игра. Но в целом, я думаю, что счет по игре. Ну, в целом, да, конечно, счет по игре, что во Владимире всегда тяжело будет всем играть. И болельщики, и команда играющая достаточно. Ну, в целом, я доволен результатом. Коллеги, ваши вопросы? Ольга Владимировская, новости. Мне кажется, ваша команда играла очень агрессивно, и было очень много таких прям контактных моментов, когда игроки травмировали друг друга. Это часть вашей стратегии? Или это просто в запале игры происходит? Да нет, это футбол. Конечно, мы просим ребят играть плотнее, меньше времени давать сопернику, потому что, ну, футбол контактная игра, и тут никакого умысла злого нет. И с той стороны, и с другой борьба мужская. Не вижу в этом проблем. Да, пожалуйста. Наша команда новый состав абсолютно. В прошлом сезоне мы вам два раза проиграли. А в этом вот оцените нашу команду, как они собрались, смогли поиграть, нет? Ну, насколько я видел, раз мы смотрели, мы три игры посмотрели. В Обскове по игре выиграли. То есть команда, я так понимаю, молодилась, да, немножко. Очень сильно молодилась. Как мне кажется, стали быстрые фланги. Но, понимаете, сейчас такой футбол, что если команда где-то закрывается, очень сложно всем командам сложно в позиционном нападении играть. Потому что, ну, это должно быть такое мастерство, чтобы команда нагло у кого-то переигрывала. Сейчас в нашей зоне чуть-чуть малейший недонастрой, ни одного соперника ты с полноги не обыграешь. И поэтому тут не мне рассказывать, да, лучше стала команда, хуже. Ну, раз команда идет на первом месте, наверное, в правильном направлении двигается руководство. Еще вопрос, коллеги? Если нет, удачи вам, хорошего пути домой.